Так что все, кто причастен к этой области, поздравляем с праздником. Желаем творческих, профессиональных успехов. Друзья, но сегодня для вас, я повторюсь, играет Good Sound Orchestra. И мы плавно перейдем к музыкальной части, так как уже все собрались. Да, и мы хотим, уже, может быть, ставшую по традиции, начать свое выступление с композиции, которую написал мой большой друг, человек, которым я восхищаюсь как музыкантом, как пианистом. Он находится вот рядом тут за столом. Это Евгений Ревнюк, композитор. Вот, он написал композицию, которая мне очень нравится, не только мне, многим, кто ее слышал. Эта композиция называется «Лос-Анджелес». Она посвящена тому городу, где, собственно, родился тот стиль, в котором мы играем, я говорю про музыку джаз, smooth джаз. Это Калифорния, солнце, море, океан, дайкири, загорелые, да. Загорелые девушки. Ну, так как уже началась зима, неожиданно мы хотим создать настроение отдыха, курорта. Все самое приятное, что бывает с этим связано. Итак, друзья, давайте представим, как будто мы сели в самолет, приехали в Шереметьево, прошли duty free, взяли, что мы хотели взять. Кто-нибудь там Black Label, кто-нибудь Red Label. И с хорошим настроением полетели на восточное побережье Соединенных Штатов Америки, город Лос-Анджелес. Так это видит Евгений Ревнюк и наш оркестр.
Страна должна знать своих героев. Жень, спасибо тебе за эту композицию. Очень люблю. Евгений Ремнев, вы еще сегодня обязательно с ним встретитесь. Я его уговорю в перерыве сыграть с нами. Он покажет свое мастерство. Да, эта композиция требует большой концентрации энергии. Поэтому мы немного сбавим. Силы пока еще есть, еще не все потеряно. Мы просто сыграем композицию, которая в очень медленном темпе. Ее написал Куинси Джонс, великий кинофильм, который, если помните, была такая комедия, если кто не видел, советую посмотреть. Называется «Последний девственник Америки». Подростковая комедия, очень веселая, забавная, рекомендую. Так вот, там тема любви принадлежит, так сказать, Перу, или вышла из-под его пальцев, Куинси Джонс. Он называется «Just Once». Thank you.
Обязательно вам поименно, потому что это очень достойные люди на московской музыкальной сцене. Итак, друзья, знаете, не так давно я познакомился с девушкой. Она по стечению обстоятельств счастливого, да, она еще к тому же и поет. Так вот, сегодня эта девушка поет с нами. Зовут ее Юлия. Вот она, кстати говоря, перед вами. Юля, просим на сцену. Юля Петлеева исполнит композицию «Арета Франклин». Спасибо. Let yourself be free. Let's go back, let's go back, let's go away, why, why.
Молодец. Молодец. Давайте поддержим ее. Она действительно настраивает очень сложную песню, по-моему, очень достойно. Юля, с дебютом тебя. Молодец. Вот, но раз уж мы начали такую разминку вокальную, так бодро и весело, давайте продолжим в таком же духе. И сейчас я приглашаю уже мою давнюю знакомую, с которой мы вместе учились, даже в Сочинском музыкальном училище. Сейчас она преподает вокал в Москве. Встречайте, Таис Урумидис. Таис! Загорелая, красивая, в Болгарии приехала. Везет же тебе. Ась, я тебе очень завидую. Я так хочу поехать на море в Сочи. К нам на родину. Давайте отправим его в Сочи. Давай споем, а? А мой вы... Прости, но я неуклюж. Итак, Таис Урумидис. Встречайте ее. Она вам сама все расскажет, о чем она будет петь. Рассказать о себе. Будем петь мы о любви. О любви странной. Вообще весь репертуар, слава мне, подобрал странный. Little Crazy. Он хочет в Сочи, а мы полетим сейчас в другое место. Давайте представим куда-нибудь.
Вы знаете, я так же распереживалась, как и милая девочка до меня. Мне вообще трудно себя держать в руках, когда столько мужчин вокруг. Таких красивых. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I feel it. Peace.
Спасибо. Я когда сегодня надела сей короткий впервые за долгое время наряд, мне сказали, ты что, замуж собралась? Мальчики, если что. Все уже есть, даже есть что бросить. Спасибо огромное. Вы знаете, мне, конечно, хотелось бы, чтобы вы танцевали. У каждого есть микроучасток. Проплаченный причем. При входе. Девочки, не стесняемся, мальчики всегда стеснительные. А мы не стесняемся, жизнь одна. Я пою мало, поэтому давайте. Теряем килокалории, которые только что мы немножко съели. Давай, поехали! Не стесняемся, не стесняемся. Чай не в большой театр пришли.
Конечно же. Вообще домой хотят уже, да. Или одним отделением предложение есть? А как вы считаете? Раз. Играйте. Играйте два. Играйте три. Сейчас. Давайте все так. Раз, два. Раз, два, три. We'll be right back.
Александр Фирсов, баритон саксофон. Максим Павловский, тенор саксофон. Анатолий Осипов, тенор саксофон. Алексей Афлиян, альт саксофон. Евгений Кожаров, бас тромбон. Владимир Андреев, первый тромбон. Сергей Кавчин, тромбон. И Андрей Савельевич, тромбон. Максим Дуров, труба. Андрей Зин, труба, первая. Алексей Еленский, труба. Павел Елецов. К нам приехал из Сергиев Посада и поменял свой родной инструмент тромбон сегодня на трубу. Кстати говоря. Вот такой вот небольшой подвиг. Итак, друзья, ну, спасибо вам большое за ваш теплый прием. Мы пойдем отдохнем немного от такой теплоты. Проветримся, попьем воды и вернемся к вам минут через 15. Не расходитесь. Спасибо. Так, друзья. Вот идет спор сейчас у двух пианистов, Александра Аноева и Евгения Ревнюка. Дело в том, что мы хотим как раз сыграть композицию Евгения Ревнюка. И хотим попросить, друзья, поддержите нас. Мы просим Евгения Ревнюка подняться на сцену и исполнить одну из моих любимых его композиций. Он еще с этим оркестром не играл. Дело в том, что мы с Женей уже знакомы лет 5. Он меня пригласил играть в свой состав. Мы там с Женей Аноевым вместе играли с... Да, вот Евгений 3 года не играл эту песню, композицию. Это композиция, которую написал буквально самую нашу первую программу, которую, ну, он представлял группу Labor Band, и там была замечательная программа из музыки Жени. Мне очень полюбились его многие композиции, с удовольствием играл. И вот одна композиция «Звездочет». Жень, ты не уверен, не играй, мы сами справимся. Ты подхватишь, если что, там соло будет, помнишь соло? Соло-то ты сыграешь точно, тут оркестр все играет. Можно сидеть просто и хлопать в ладошки. Готовы все?
Евгений Ревнук, Женя. Как говорится, есть еще? Есть еще? Да есть, есть. Ваше здоровье, друзья. Давайте, что, может быть, выпьем все-таки? Как-нибудь уже чего-нибудь горюченького, тепленького. Вот, а мы холодненькую водичку. Потому что пить хочется. Песня про доброту. Так называется композиция, которую написал наш еще один мой любимый пианист, который играл. У него была здесь группа «Трансатлантик». Ну как была, она иногда появляется снова, когда он возвращается из города Лос-Анджелес, где он сейчас проживает. Это замечательный Сергей Чепенко. Группа называлась «Трансатлантик», если кто слышал. Мне там тоже посчастливилось играть. Вот. Ну и, пожалуй, самая любимая композиция у Сергея Чепенко, она вот и называется так, «Доброта». Thank you.
Спасибо. Спасибо, друзья. Действительно, от этой композиции очень веет добротой. Еще не второе название «Колыбельная». Надеюсь, глаза у вас не сомкнулись. Но вот на следующей композиции уж точно не сомкнутся. Потому что на сцену выходит еще одна наша, ах, моя любимая, Екатерина Балыкбаева. Она сегодня имела ошеломительный успех в Кремле. Показала себя с разных сторон, на таком, я имею в виду музыкальных сторон. А вы что подумали? Простите, ребятки. Да. Она исполняла песню на испанском, на английском, на русском. Да. Даже один человек не выдержал, из Красноярска, по-моему, выбежал на сцену, схватил микрофон и стал нещадно благодарить. Правда, не деньгами, а словами. Ну, знаете, не все коту масло. Добрый вечер, дорогие друзья. Екатерина Балыкбаева. С корабля на бал, прямо с ребятами. Я их очень люблю. Можно я скажу им спасибо лишний раз? Еще раз, пожалуйста. Спасибо вам, ребята. Большое вам спасибо. Я вас прошу обожать. They can't change the doors. I think I'm in the mission. They can't scale me from now. She's had many sensations. It keeps her kind of. She's got good reputation for every day and night. She make you take you closer. Take away our pain, like a man, like a man. Outside, inside,
Thank you.
Спасибо большое. Ой. Сейчас наша самая, одна из самых любимых произведений совместных. Александр, вы готовы? Александр поможет мне сегодня. Кто кому еще помогает вообще начнет ставить? Да, я думаю, что самое время как раз сыграть такую композицию, потому что она, собственно, о том, что происходит здесь. Маленькая вечеринка. Вот, в ней говорится, что маленькая вечеринка еще никогда никому не помешала. Ну, если она в разумных пределах, понимаете, о чем я, да? Вот. Все смотрели фильм «Великий Гэтсби»? Вот, это вот оттуда. Ну... Что, зажжем? А, как думаете? Будем стараться. Ну давайте тогда. Давайте тогда поприветствуем соло на баритон-саксофоне Александр Фирсов. Помогайте нам тоже. Вы сейчас подпевайте нам. Вот прям слова простые. Сегодня только эта ночь. Как ты говорил, Саня, забыл? Простые слова. Это по-русски, я просто, по-английски будет «Just one night, all we got». «Just one night, all we got». У нас только одна ночь. Давайте, как будто у нас действительно одна ночь, вот прям так вот прожить ее эту ночь, этот вечер. Саша, поприветствуйте его, что ли, он готовится к этому соло, это прям... Если сегодня сложный день, тяжелый день. Но, готовы? Just one night, all we got. 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 I'm not afraid to die.
мега, мега восхитительный мой я. Это будет бис только, точно, да? А потом мы отдыхать. Это будет последний. Да. Первый и последний бис. Да. Что-нибудь такое веселое или может быть... Веселое. Ну поехали, что ли? Поверьте мне, сейчас у будет... У нас бис. Заготовка, понимаете? В тромбон. Максим Дуров, труба. Сергей Капсин, тромбон. Анатолий Васимов, тенор, саксофон. Максим Волновский, тенор, саксофон. Рэп и баритон, саксофон. Александр Фирсов. Евгений Кожаров, басовый тромбон. Первый тромбон, Владимир Андреев. Даниил Левенцов. По совместительству тромбонист, сегодня трубач. Алексей Еленский, труба. И первая труба Андрей Зыль.
Кажется, никого не зовут. Человек, который сегодня сделал этот звук. Замечательный, замечательный. Несмотря на то, что у него черные волосы, фамилия у него Белов Алексей. Спасибо, Леша, ты настоящий профессионал, знаешь, это место очень хорошо, и было классно и кайфово сегодня играть. Для вас, друзья, прежде всего, это все для вас. Спокойной вам ночи и приходите на наши концерты сюда или какие-нибудь другие клубы. Кстати говоря, я хочу проанонсировать наш концерт. У нас будут концерты в Центральном доме художников 10 декабря. 10 декабря это будет дата, приближенная к столетию Фрэнка Синатра, правда, ему 12 декабря 100 лет исполняется, но мы, какая разница, какую дату мы нам выделили, такую мы и используем. Итак, ЦДХ, 10 декабря, солировать будет Юрий Шихин, конечно же, это наш русский, российский, московский Фрэнк Синатра, как его иногда величают. Вот, но вы услышите хиты Фрэнка Синатра в нашем исполнении, я думаю. Еще последнее. Ну давайте тогда, давайте, друзья, давайте проводим Катерину Балагбаеву. И мы вам сыграем последнюю одну колыбель. Катерина Балагбаева, спасибо, что ты с нами сегодня, дорогая моя. Это восхитительно было. Я сегодня получил истинное удовольствие от твоего пения. Ты молодец. Катя! Давай приколимся, а? Катюш, давай, 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 приколись. Ну правда, ну это может быть не джаз, но я эту песню очень люблю, очень. Да, про себя спой песню, пожалуйста, а, про себя. Ну, на самом деле, мы не закомплексованные люди, мы играем то, что у нас получается, и то, что вы любите все. Но эту песню любят все, 100% вам говорю. Потому что у меня иногда даже слезы наворачиваются, когда я ее слышу в хорошем исполнении. Ну, а тут, сами понимаете. Это была шутка. Ну, мы без объявления сыграем, а вы подхватывайте, подпевайте. Просят поговорить еще, потому что ищут ноту. Но я что-то, не знаю. Я надеюсь... Разговорился. Я надеюсь, слушатели наши, уважаемые, помогут нам, так сказать, обязательно. А как же? Будьте мне слова подсказывать. Еще не наши две ноты. Я вам расскажу еще один анонс. Но это скорее может быть, вы услышите в клубе Форте 29 октября, четверг. Приходите в клуб Форте, если хотите провести вечер. Буду играть я со своим квартетом. Ну, такой тоже Good Soundman, только Good Soundman квартет. Вот замечательные музыканты. Тоже играем очень много приятной, веселой, любимой музыки. Витя. А, вот он что. Ну ладно, без принципиально, друзья. Но это уже... У нас сегодня уже была генеральная репетиция этой песни, знаете? В самом главном зале страны практически. Вы
всем вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю сгрешет. Спасибо вам. Мы удаляемся. Надежда, да. Надежду мы оставим на следующий раз. Пусть Надежда нас никогда не покидает, чтобы встретимся с нами, с вами, конечно же, с вами и вы с нами. Но вы нам сегодня безумно понравились, друзья, безумно. Вы великолепные слушатели, для вас было очень приятно играть. Спасибо. Таисия Рубидис уже убежала. Друзья, спасибо вам, спокойной ночи.